Накануне в зале заседания администрации чествовали Ольгу Жураковскую, маму призера 31-х Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Екатерины Букиной. Напомним, ангарская спортсменка завоевала бронзу Олимпиады в соревнованиях по вольной борьбе в весе до 75 килограмм. Слова признательности и благодарности родственникам выразил министр спорта Иркутской области Илья Резник. От всей души вас поздравляю. На самом деле она в таком суровом мужском виде спорта постояла от слабой половины человечества, завоевала в непростых условиях, очень далеко от дома, было тяжело, было сумасшедшее давление, я это прекрасно понимаю. Давление сказалось в полуфинале, это было видно невооруженным глазом.